Muidugi Казачий ход. Великолепно. Воздух чист и свеж. Парк встречает благодатно. Гостеприимно встречает парк. Природа любит, кто ей верен. Да. Хорошо. Хорошо. Хорошечно. Тишина. Входим в вот эту вот тишину. Мелодию природы. Синичка. Какая-то птичка. Даже орлы там. У них там гнездо на той стороне. Река катит свои волны. Сколько она тут видала. Грибцы грибут. Грибут. Рыбачки смеются. А мы идем. У нас свой казачий ход. Ход движется вперед. Казачий ход идет вперед. Лепота. Лепота. Гармонизируем себя с помощью звуков природы. Так сказать, умиротворение и лечение силами природы. Сырой воздух полезен. Зелень радует глаза. Ну, конечно же, звуки. И если у вас еще есть обоняние, то и запахи влажного леса.
насыщенные. Дарами трав, фитонциодами деревьев, коры. Все это великолепие. Для таких одиночек, которые любят природу. Да? Вот тут сразу и сказывается, кто что как. А нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, да-да, ведь мы ребята, да-да. С дикого поля. Раньше это были земли дикого поля. Вот как-то соприкоснуться с этой седой древностью, почувствовать вибрации ее, вообще этого места. Кстати, тут бои, были страшные бои во время Великой Отечественной войны. Страшнейшие. Северский Донец, Дон там. Как-то это просто умалчивается. Страшные. Вот, для советской армии. Ах, мурашки побежали. Мурашки побежали, меня услышали. Да. Есть такое выражение «белая ворона». С одной стороны, быть белой вороной для общества как-то. Она так и наградит тебя какими-нибудь прозвищами. То ты тут огурцом геморрой лечишь, хотя этого не было. То тут главный уринотерапевт. То еще как-то. А подлинную сущность твою рассмотреть редко кому дано. Вот то-то и оно. А ты идешь как ледокол, любуясь окружающими. Да, почувствовать, что природа тебя любит, а ты любишь природу, и что это вот единство какое-то. Да уж. Просто да уж. Тишина. И тишина. Много, конечно, степеней и возможностей самовыражения. Очень много. И каждый в мире своего багажа знаний в сознании выражает себя. А вот есть вот такое интересное самовыражение. Как бы сказать правильно? Ты тут не возвышаешься, как пуп земли, а ты чувствуешь себя единым с природой. Можно сказать, как в песне. Русское поле, я твой тонкий колосок. Всего лишь навсего маленький-маленький колосочек, который живет в этом вот поле природы.
вот этой всей мощью, благодатью, великолепием и красотой наслаждается, впитывает в себя. Вот такова она жизнь людей. И, кстати, вот есть разные там руководства, раскрываем чакры, там приобретаем экстрасенсорные способности и так далее. Я уже на эту тему говорил, что вообще-то за каждым человеком наблюдают довольно-таки пристально, хорошо наблюдают. Да, Сойки, наблюдают за нами? Наблюдают, красавицы вы мои, красавицы, что тут не поделили. Угу. И в меру его искренности, в первую очередь, искренности, ему даются те или иные возможности. О силах я молчу, это отдельная тема. И отдельный, так сказать, разговор. Пока разного рода возможности. И смотрят, а на что он будет их использовать. Как бы сказать, на всеобщее благо. Ну или хотя бы там на свое улучшение качества там, здоровья. Там. Либо же он, ух ты, да это же можно использовать вот так вот, вот так вот, вот так вот. И заработать кучу денег. То бишь кучу бумаги. Если раньше люди мерли за металл, то сейчас вообще мрут за бумагу с переходом на цифру. То есть вообще ничего. Цифра была, цифры нет. Бумага была вот такой краской, стала вот такой краской. И все. То есть пристально наблюдает, пристально смотрит. И только вот действительно нравственность, рост нравственности позволяет получать вот эти вот разного рода, как бы сказать, не блага, а возможности. Возможности в дальнейшем даже силы. Но использовать их с корыстной целью. Не-не-не. Только ты надумаешь это сделать. Сразу же только раз и резанут. И ты получишь дулю с маком. О, тут сафари у нас целое. Дуля с маком. Все. И больше ни о каких там еще вещах, как бы сказать, такой радостной энергетики, возможности там сочинять стихи, ну, будем говорить, там кого-то там руками полечить, еще что-то там такое, знаете, это, все это, может, для кого-то это и не надо, все это так исчезает. Вот. Носки подтяну. Обувь неудобная. Или, так сказать, неправильно сделанная. Идешь, и на одной ноге носок слазит. То есть это говорит о том, что она сделана не так, как надо. И чтобы вам не утверждали, это вас просто хотят поиметь на этом деле. Надевайте другую порядочную обувь, нормальную. Все. Ничего, нигде, никак не слазит. Вот такие вот вещи. Ладно, продолжим. И у меня такое неоднократно бывало. Каюсь, каюсь. И вот когда ты понимаешь, как это все работает, устроено,
ты начинаешь себя тихо вести в этой жизни. Тихонечко, так благоговейно за всем этим наблюдать, зная, что если надо, тебя поддержат. А если ты чрезмерно скажешь: хо-хо, я пуп земли, это я бурю вызываю, это я ее усмиряю, это я. Вот тут-то тебе покажут, где ты, да. Вот. И тогда начинают тебе вот такие вот разного рода дары давать. Спросили меня: а у тебя есть ситха? Ситхи у меня нету. Но я так понял, у меня есть дар. Дар писать книги. Этот дар мне сначала показали. То есть это не зависит от того, как там человек учился, что там он делал, знает ли там правила или нет. Дар есть дар. Там все сразу будет, если до этого ничего не было. То есть я видел в медитации. Медитация, это ж во мне. Не что-либо такое, я ж медитировал. Хо-хо. Так вот, я сижу с закрытыми глазами. И только такое впечатление, как будто мои глаза открылись. И перед этими глазами книга в цвете. Такая старинная книга. Вот. Шрифтом. Старославянский. Потом картина меняется. Другая книга. Шрифт уже совершенно другой, мне непонятный. Потом третья книга. Тоже с иным шрифтом. То есть несколько таких картиночек было. Я еще тогда подумал, и к чему бы это? А это к тому, что были написаны потом книги, разошедшие миллионными тираджами. И сейчас я могу писать, но как-то, как бы вам сказать, не подошло время. На все должно подойти время. То есть накопиться материал, накопиться знания, накопиться опыт. И вот все это должно только раз потом свестись в нечто единое. И вы тогда родите книгу. Труд, так называемый. Вот. Напишу я. Как бы сказать, и научную, и околонаучную, и фэнтези, и стихи, и розу. Ну все. Пишем. Вот так вот. Так у нас беседка. Часы я свои забыл. Ну, примерно там 4-5 кругов. Вот это где-то 4-й круг. Может, еще 5-й сделаем. И на этом закончим. Вот, так что за нами следят. И насколько у нас великие учителя, можно так сказать. И насколько у нас меняется наша нравственность. Ну, в зависимости от того, в какую сторону. Но в данном случае мы попытаемся в сторону улучшения. То есть человек не позволяет себе оскорблять других. Не позволяет себе впадать в уныние. И это не значит, что человек не позволяет себе, допустим, впасть в уныние там, или еще что-то еще. То есть он себя насильно держит. Нет, это вот должно быть не насильственное, а разумное
отношение к событию, вот как только есть разумность, так исчезает внутреннее насильственное удержание, там, вот это слово, это терпение. Терпи. Доброго здоровья! Вот это вот терпение. Ну иди поздороваемся. Не хочешь? Достаточно хвостика было, повилял и хорош. Вот оно что. И тогда ты, возможно, кто-то из вас слышал, услышит голос безмолвия, раздающийся тихонечко в вашей головке, когда из нее уйдет бардак всевозможных мыслей и желаний, каких-то там несуразных фантазий и прочего. Вот этот голос, а может даже зазвучать и музыка сфер, атмосфер и даже эфира. Ночной зефир струит эфир. Да. Да. Как-то оторваться от мыслей и забот о хлебе насущном, а что я буду есть, а что будет завтра, придет завтра, и будет что поесть, и что поделать, и даже пора быть. Лепота. Вот всеми фибрами своего существа. Ощутить вот это все. Кстати, я частенько вижу птичку так вот на небо. Смотрю, она такая, знаете, блестящая, платиновым цветом таким, можно сказать, серебристым, сияет так, чик-чик-чик-чик-чик-чик. Кстати, на голоде эта птичка становится целым таким огромным цветком, даже бабочка такой огромной. Все это хорошо видно. Сейчас я это не вижу. Сойки разлетались. Что это у них тут такое? Свои дела. Вот мы идем. Хорошечно. Некоторые со мной прохаживаются, и правильно. Прошлись. Существует вот такое вот явление, как резонанс. Следя за каким-нибудь человеком, вы можете войти с ним в резонанс и почувствовать не только его состояние, но вот это все окружающее, оно по-своему может на вас повлиять. И вы получите то, что вам надо. К сожалению, вот я вот иду, рассказываю, и у некоторых, конечно, возникнут мысли, ну, какой-то, как бы это там сказать, такой, мягко выражаясь, слово подбираю. Есть такое слово интересное, но крутится, вертится, но не дается, а? А, блаженный. О, вот такой вот блаженный.
Блаженно идет, и вот тут, знаете, вот он не думает о том, что надо там поесть, что надо там заработать, что надо там семья, что надо еще какие-то на работу в конце концов идти. Ну, блаженно, ну что с него взять? Так вот, чтобы дойти до этого блаженства, вот мне смешно стало, надо проделать большую работу, чтобы вот это вас не беспокоило. Ни работа, ни еще какая-то забота, ни еще, ни еще, ни еще. Вот чтобы вы доверились действительно вот матушке природе, вот этим вот высшим силам, как-то, чтобы вот такое у вас произошло. И все у вас получится так, как надо, все это наладится. И вот это вот меркантильные мысли, они перестанут вас волновать. Где достать недостающий рубль и кому потом бежать за водкой. Вот, на самом деле это должна быть проделана предварительно колоссальная работа, чтобы вот так вот блаженствовать дальше по жизни. Колоссально. И не забудьте о том, что там вам надо там иметь машину, чинить домину, водопровод, что вы будете там есть, что вы будете там пить. Ну и дальше даже с кем вы спать будете, в конце концов. Все это будет случаться само собой. Это, конечно, интересное явление. Так ведь меня аж как-то рассмешило это вот слово, нашел я. Блаженный. И для некоторых это такой чудак на букву М. А для других это человек, живущий в своем собственном мире, в ладу с окружающим миром. И вот действительно, как говорится, вот что такое там счастье, что такое там радость. Это все там с эмоциями, там они все, эти современные психологи нам твердят эмоции и прочее, прочее, так как-то, знаете, аж как-то уже неприятно слышать это слово эмоция одно это. Слово эмоция волновать. Вот. Что вас наоборот не волнует, а умиротворяет. А умиротворяет окружающий мир. Идет такое умиротворение, общение. Вот это вот в результате возникает такое интересное радостное состояние, которое мы определяем как настроение. То есть эмоция – это волновать, настроение – это, можно сказать, та же эмоция, которую мы ощущаем продолжительное время. Настроение. Вот, и знаете, вот там звучит вот музыка. Вот эта вот музыка, вот по сравнению с тем, что я сейчас шел и ощущал, какая-то, знаете, чужеродная, бундюм-булюм-будюм-будюм, чужероднейшая вещь, инородное тело вот в этом парке. Совершенно не надо. Насколько красивы вот естественные звуки поющих птиц. Вот этой тишины, которая, знаете, она, как бы сказать, так интересно давит, ты в нее погружен, ты в нее в тишину, как будто ты плывешь в чем-то, в каком-то вот таком, как бы сказать, жидкости, не жидкости, ну, что-то такое, вот ты погружен в эту тишину природную, и в ней вот передвигаешься. А в ней, знаете, возникает, как вот этот ежик в тумане, там только раз, возникло что-то одно, возникло что-то другое. Вон, кстати, белочка возникла, да?
белочка, ну что ты там? О, выглядывает. Возникла белочка, она тоже смотрит, что и как. Видите, далеко не убегает, доверяет мне. И это радует. Голуби. Голуби тоже то летели бы, если бы почувствовали какую-то угрозу с моей стороны. А так они спокойненько клюют, тут что-то там свое такое. И как ни в чем не бывало, продолжают дальше кормиться. Вот. Звуки пилы слышатся. А это вообще воспринимается как своего рода какой-то ужасный звук, уничтожающий природу. Просто-напросто режущий. То есть звук, можно сказать, смерти. Для там деревьев, кустарников, травы. Надо все пополоть, надо все тут сделать. Вот смотрите, вроде бы по полу там. Ну, нормальненько. Но вот это вот то, что пополото, в результате нету защитного листового вот этого слоя. Вот как здесь. Смотрите. Вот здесь трава не сполота, не скошена. Вроде бы как-то по сравнению с этим смотрится, ну, не так красиво. Но это же природное. И оно... О, еще одна белочка. И оно сохраняет свою влагу. А это теперь... Листики не защищают влагу, да, белочка? А раз они не защищают влагу, то тут все начало высыхать. Вот такие-то дела. Высыхать. И что это, на пользу пошло? Да ничего подобного. То есть вот она нормальная. А это уже все, смотрите. И вот, когда покосили, видите, какая-то плешь образовалась. А здесь вот... Ну вот природа вот так вот она сама все это тут заполняет, растения у них там своя конкуренция, своя жизнь. Видите, как они плотненько все. И естественно они берегут влагу. А это мы тут закосили, это убрали, это туда-сюда, землю оголили. И в результате почва пересыхает, вода подземная уходит глубже, ну и все такое вот далее подобное. Перешли мы с вами на агрономию. Агрономом будем. И это хорошо. Стать агрономом своей души, своей сущности. Вот. Иду, разговариваю сам с собой, а заодно и с вами. Интересно, конечно, читать. Говорливый ты наш. Кому-то, ну, не слушайте. Это ж не какой-то там, как раньше было, съезд, надо наизусть знать постановление этого съезда, что надо жить вот так вот, вот так вот, вот так вот. И в результате никак вот. Вроде бы пытаемся, но что-то все-таки не то. О, хорошо. Ой, хорошо. Очень хорошо. Ну что, гульки. Гульки-пульки. Да. Вот прогулка на природе.
у меня создается впечатление, как ты вот гуляешь и потихонечку насыщаешься вот этими всеми вибрациями, вот этой вот всей силой, энергетикой окружающей. Становишься сильнее. Даже как-то я подрос. Такого впечатления, знаете, спинка выпрямилась, животик даже чуть втянулся. Вот, взгляд прям. Хорошо. Хорошо, хорошо. Заметил такое интересное явление. Что раньше было? Ну, совсем недавно. Да, занятие гравитационной гимнастикой. Вот ты походишь. Там пошел на прогулку. В той же Чехии, когда ходили по Праге, там сколько там, часа два, больше, меньше. Приходишь в номер и чувствуешь, вот спина села, сплюснулась, села, тебе надо как-то там посидеть, растянуться. Ну и это явление было уже несколько лет, если не десятков лет. Вот, скорее всего, десятков лет постоянно. То есть прошелся, чувствую, спина села там. Как-то надо там ее посидеть, слегка растянуть и дальше. А вот теперь с помощью Gravitation Gymnastic по Анатолию Ивановичу Самодумов. Что произошло? Произошло усиление энергетического скелета. Можно так назвать вот это вот наше энергетическое поле, которая обслуживает костные системы и связки. Это очень интересная мысль. Но редко до нее кто доходит. Костные системы и связки, то есть энергетика костей возросла, связок возросла, хрящей возросла и так далее, и так далее. И я почувствовал такую вещь. Я хожу, а просадки-то нету. А за счет чего? То есть, если энергетики нету, которая держит, то есть, вот, представьте себе, магнитное поле, да, которое отталкивает. Сейчас же все там на магнитном поле, там, движется. Вагончик там приподнялся и заскользил там на магнитном поле. Вот. Ну, примерно так объясняю вам. То есть у нас вот эта энергетика, она раздвигает все эти наши межпозвоночные диски, вот, и держит их. Когда она слабеет, мы только-только раз, естественно, все это проседает, энергетики не хватает, и уже начинает все эти позвонки касаться друг друга. То есть вы чувствуете, вот они сели. Сели там где-то неприятно, у кого-то может даже защемлять. Вот, а тут такого нету. Вот я прошелся, и вот особенно это в пояснице наблюдается. Да ничего подобного. Она как была, так и осталась. Могут ощущаться там как два столбика. Но вот это вот явление просадки нету. Это очень радует. То есть энергетический каркас, как на него воздействовать? Вот. Оказывается, именно с помощью вот этой гимнастики. А почему там, допустим, не просто с поднятием там тяжести? Вот я там и приседал, и то, и все, и по-всякому занимался. Оказывается, нет. Этого недостаточно. То есть это даже вообще в некоторых случаях вот как-то ведет. То есть тут больше направлено на энергетику мягких тканей, мышцам. Но вот эти вот не прорабатываются. Именно энергетика костей, скелета, энергетика связок, сухожилий, хрящей. Вот так-то.
Ну что, до побачення. Правильно.